Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В пятницу в Самарской области облачно, осадки в виде дождя, температура днем плюс 13, плюс 17, ночью 10-11 градусов выше нуля. Ветер северный, северо-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 18, ночью плюс 10, северный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность, дождь, днем плюс 15, ночью плюс 11 градусов, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь, плюс 14, в дневное время ночью 11 с плюсом. Ветер северный 5 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 65%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.